Привет! Привет! Добро пожаловать в Окнопару. Я сегодня кошечка. Мур-мур. Вот. Я в теплом халате, потому что у нас, ну, достаточно холодно. Ну, это при открытых окнах. Я хочу посветлее встать. Ходит... Ну, и так очень светло. Да? А она все время ходит, все окна закрывает. Конечно, очень холодно, потому что. Да ладно, нормально. Ну, когда кажется, тепло оденешься, холодно. Зато свежо. Я уже утеплилась, да, нельзя. Отвечаем на вопросы. Сегодня, да, мы отвечаем на вопросы, потому что мы занимались в основном домашними делами. Сегодня воскресенье. Да, такой chill-out day у нас. Дождь за окном не прекращается. Мама, кстати, выходила на улицу сегодня. Да. Пару раз. Да. Вот. Мы сегодня, кстати, еще раз сделали пюрешку. Очень вкусно получается в этом блендере, потому что можно много компонентов всяких смешать и все это сблендерить. Сегодня было вкусно. Красная фасоль из банки. С сыром. Вообще разврат. Да, получилось вкусно. Вот так вот. Такой комментарий от Ирвивы Иры. Какая проблема подкрасить корни самостоятельно? Раньше все сама же делала. Аня, никакой особой пользы от покраски в салоне нет, к сожалению. Что дома часик уделить, что в салоне просидеть, плюс еще и денег дофига потратить. И еще навяжу дополнительные услуги. Ну, я отказалась от окрашивания дома, потому что у меня забился цвет. Ну, то есть, если бы я не красила дома краской в домашних условиях, то можно было бы смыть цвет и сделать тот цвет, который я хочу. А я хочу такой темно-коричневый, чтобы у меня был. Но так как я красила в салоне, дома, вот тот цвет, который дома получается, его невозможно смыть. Поэтому я хочу, ну, как продолжать в салоне краситься, чтобы у меня был ровный цвет, и если что, я бы могла его смыть и сделать как бы однородным. Вот. У меня то же самое. Я хотела, ну, вернее как, мы красили все время более светлым тоном, а он становится все темнее, да. темнее, представляете? Угу. И теперь очень сложно вот перейти к тому цвету, который у меня был. Да. И дома, ко всему прочему, у меня не прокрашиваются корни. У меня вот проблема большая, у меня не прокрашиваются корни абсолютно. Все равно седые волосы светлее, а не седые темнее. И мне это не нравится. Вопрос от Оксаны Развезевой. Сегодня праздник 1 сентября. Был. Ну, я думаю, что первая неделя вся такая, начало, как 1 сентября. Люблю его и всегда вспоминаю, как сама пошла, потом сына повела. А вы любите этот день? Вы знаете, первые пару лет я любила этот день. Потом я разлюбила 1 сентября. Я не очень люблю школу. Мама любила школу. Сама за себя скажет. Я, в общем, не любила школу, я не люблю 1 сентября. Вот. Все, да? Да. Я очень любила школу и всегда ждала 1 сентября. Ну, конечно, первый месяц после окончания школы гуляешь, отдыхаешь, потом чем дальше к 1 сентября, тем больше скучаешь. Ну, это я про себя так говорю. И, конечно, уже начинаешь ждать, там, встречи со всеми друзьями, которые разъезжались. И вообще у нас была очень хорошая школа, очень интересно мы жили, поэтому я очень люблю 1 сентября. Ну и потом, кстати, когда в институте училась, все равно это какое-то такое томление перед началом чего-то нового. Ходишь, расписание списываешь, учебники покупаешь. Ну, в общем, мне все это очень нравилось. Я не люблю еще 1 сентября, потому что это значит, что начинается осень, а это значит, что будет холодно. Она такая продуманка, как умная Эльза. Я люблю начало весны и лета. Вот я люблю то полугодие. Я начала читать Гарри Поттера. Я не буду сразу говорить, мама просто сказала, давай ты закончишь, и мне все расскажешь, потому что я уже начала делиться с ней своими впечатлениями. Я не буду сразу говорить свои впечатления, но для тех, кто знает английский язык, даже на среднем уровне, достаточно легко читается, там нет вот таких трудностей в понимании, как
например, «Гордость и предубеждение» я несколько раз пыталась начать в оригинале читать, но все равно сложновато, так как там есть такие старые слова. Это читается очень просто. А вопрос от Елены. Елена, я новичок, а вы все время про какую-то группу упоминаете. Что это такое? У нас есть группа ВКонтакте, влог на пару. Внизу ссылочки всегда практически есть. Если их нет сразу после того, как мы выкладываем видео, то в течение дня появляются все ссылки. Влог на пару, подписывайтесь. Мы там объявляем победителей, там как бы такое сопровождение к конкурсам идет. Подписчики, вы делитесь своими какими-то радостями, поздравлялками, фотографиями животных. В общем, мы там тусуемся, общаемся. Давно ты туда заходила? Да, нет. Да? Нет, я в пятницу выложила видео вечером, и тогда же я написала, кто победитель на моем канале. У меня же конкурс проводится на канале, если вы не помните. Мне кажется, только я помню об этом. Московская сирень победила, так ничего мне не написала еще. Московская сирень. Да, и еще несколько человек. Заходите. Вы, наверное, все уже забыли про твой канал. Да, про мой канал. Одна ты помнишь. Миру мир. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас недоброжелатели, которые открыто в комментариях или в личных сообщениях показывают свое неприязнь к вам? И считаете ли вы, что их дурной глаз может каким-либо образом влиять на вас, например, на здоровье? Это я к чему? У вас постоянно проблемы со здоровьем. То, что... А какие у нас проблемы постоянно? С зубами, это не болезнь. Вы понимаете? Ну вот маме кто-то хорошо в Инстаграме комментарий написал. Ведь лечение зубов это не заболевание. Ну это просто очень долгий, муторный процесс, да, там с какими-то осложнениями, но это не заболевание. То есть у нас бывает... В том понимании, в каком вы думаете... там, я не знаю, ОРЗ или еще что, у нас очень редко бывает. Температура. У нас бывают проблемы со спиной. Да. И, собственно, они не бывают, а вообще постоянно практически есть. Иногда бывают серьезные проблемы, когда не встаешь. Ну, это ожидаемо, и ни от какого глаза это не зависит. Кстати говоря, я уже давно хотела вам сказать, вы не смотрите на нас. По поводу зубов и вообще всяких разных манипуляций. Мы вам просто рассказываем, да, как у нас этот процесс происходит. Но мы недавно с мамой обсуждали, что у нас, по-моему, еще ни один процесс не прошел без осложнений. Даже уши нам прокалывали обеим. У нас, ну, маме раньше мне прокалывали. Сложнее было, чем у нее. Мне прокалывали, у нас у обеих. У меня 3 месяца гноились уши. Были осложнения. Желчный пузырь, у нас разные осложнения были, но они были. В общем, любая манипуляция у нас всегда проходит с осложнениями. У нас не бывает. А уж зубами просто у нас, ну, мне передались зубы папины, а они мои зубы. У моего папы тоже вечные проблемы были с этими зубами. Просто кошмар. А по поводу недоброжелателей, ну, вы читайте комментарии, мы вот на этом канале вообще практически никакой... Я удаляю только, ну, откровенно тупые... Откровенно тупые и, да, вот с матом комментарии. Это я удаляю. И еще, я думаю, знаете, что если и влияет что-то, то вот не такие прямые комментарии, которые пишутся на сайте, под нашими видео. А есть же куча людей, которые ничего не пишут, а там что-то затаили в себе. Вот это, я думаю, даже больше гораздо влияет. И по поводу того, что... Я думаю, ничего из этого не влияет, потому что это... Ну, во-первых, мы умеем дистанцироваться. Ну, в общем, я думаю, что не влияет это на нас. А расскажешь про Сакон Джоли? Ой, вы представляете, мы смотрим вот вообще Сакон Джоли. Вообще все влогеры, конечно, испытывают какие-то неприятные ощущения. Ну, на самом деле, вы от своих поклонников. Смотрите каких-то влогеров, но у нас еще маленький канал. Ну, там у кого 500 000, 1 000 000 подписчиков. Ну, все люди стараются на камеру быть позитивными, адекватными и никаких вот этих разборок не выносить. Но это если уж совсем не достанут. Мы же не знаем, что происходит на самом деле вот с их этими хейтерами.
Но тут уже просто невозможно было сдержаться с Акунджали. Они попросили прям открытым текстом на видео. Они сейчас отдыхают в Италии, в Соренто, и делают они это регулярно, каждый год. И поэтому, конечно, каждый заинтересованный товарищ, имеется в виду зритель, может узнать, в каком отеле они отдыхают. Они в одно и то же время отдыхают, потому что это годовщина их свадьбы. И у них там свадьба проходила. И начали поступать письма, имейлы в администрацию, отеля, что Амелия, ну, девочка, дочка, что у нее какая-то болезнь типа Эболы и какой-то еще заразы, что ее нужно изолировать срочно. В общем, там ужас, какие сообщения были. Они говорят, у нас хорошие отношения с отелем, это нам никак не повредит. Вы просто перестаньте это посылать, а то мы обратимся в полицию, или отель обратится в полицию, тогда уже совершенно другие санкции будут применяться, там вас будут отслеживать. То есть вот даже такое люди делают, хейтеры, чтобы испортить отдых влогерам. Хотя влогеры ничего такого, ну вот, не делают, ну ничего не делают, ну просто снимают свою жизнь. Вот таких вещей я, конечно, совсем не понимаю. Я даже хейтерских комментариев не понимаю, потому что, ну, вот. Вот по поводу, еще добавлю, по поводу 1 сентября, вообще сентября. Мне кажется, что сентябрь – это как день недели, понедельник. То есть все начинает устаканиваться, все начинают нормально работать, все выходят из отпусков. Потому что летом иногда в какое-то учреждение приходишь и не находишь специалиста, потому что он в отпуске. Ну, врачи в отпусках и так далее, и так далее. А с сентября уже все, куда хочешь, туда иди. Театр открытый. Театр из октября. Театральный сезон открывает. Ника Николаева спрашивает, какой марки у вас утюг и ваши о нем отзывы? У нас всегда практически Тефаль утюг. Но, вы знаете, мы их не прочищаем, что очень плохо, я знаю. Поэтому у нас утюги примерно от 3 до 5 лет работают, а потом они ломаются. И перестают работать. Не от этого ломаются. Они в основном от этого ломаются. И они еще желтым всяким плюются. Но это потому, что мы их не чистим. А так, в принципе... Ну вот у нас все были тефалевские утюги. Вот так вот. Ну, наверное, это был последний вопрос. Снимите как-нибудь рум-тур. Это возможно? Нас уже спрашивали. Мы снимем рум-туры, когда... сделаем ремонт. Да, сделаем ремонт и уже все обставим. Тогда, да, мы сделаем рум-тур, но это будет не скоро. Да, это, наверное, все на сегодня. Завтра у нас очень тяжелый день. Но мы все равно будем сниматься. Мы будем, конечно, сниматься, да. Но завтра для мы нас расскажем, очень тяжелый день. Почему он тяжелый? А мы с вами обязательно увидимся завтра. Напишите, пожалуйста, как вы относитесь к 1 сентября, для кого это радость, для кого это начало осени и зимы, как для меня. Вот, а мы вас очень-очень-очень сильно любим. Обнимаю вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи.